Вітаю вас у ефіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Артур Смалякоў. Эксклюзіўнае інтэрв'ю. Кіраўнік вобласці Александр Суботін расказаў пра падрыхтоўку да форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Каб горад над Дзвіной сустракаў гасцей чыстым і прыгожым, 22 чэрвеня ў Віцебску пройдзе гарадскі суботнік. Якасныя дарогі і масты. Сёлета ў вобласці запланаваны рамонт 570 кіламетраў мясцовых дарог і 12 маставых збудаванняў. Рэспубліканскі фестываль дзіцячай міратворчасці. У Віцебску запусцілі трамвай міру і згоды. Гатоўнасць асноўных пляцовак форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі складае 98%. Пра гэта паведаміў старшыня віцебскага аблвыканкама Александр Суботін у эксклюзіўным інтэрв'ю журналістам тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Кіраўнік вобласці адзначыў, што ўдзел у форуме пацвердзілі 57 рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі. На адной толькі дзелавой нарадзе збяруцца звыш 100 кампаній дзвюх дзяржаў. Эканамічны эфект форуму кіраўнік віцебшчыны папярэдні ацэньваў у 55 мільярдаў расійскіх рублёў. Насычанай абяцае быць не толькі дзелавая, а і культурна-забаўляльная праграма. 9 выставак будет работать по городу в разных локациях. Очень много техники везут российские коллеги, очень много наш Минпром. То есть тут и комбайны, тут и какие-то машины, и, в общем, и Беларусь интеллектуальная выставка. Регионы выставляются со своим колоритом. Кто-то юрту везет, кто-то избу. Каждый хочет за себя показать, и мне будет интересно посмотреть на те регионы, которые приедут от Калининграда до Владивостока. Ну, и я думаю, всем нам. И особенность, что мы попросили и настояли, чтобы эти выставки все сохранились на следующий день. И мы, отправив форум и гостей, мы, я думаю, все вместе дружно отметим день рождения нашего замечательного города Витебска. И будет и большое количество мероприятий, и концерт. И витебчане должны тоже почувствовать, что праздник-то для них. Поўную версію эксклюзіўнага інтэрв'ю з кіраўніком Віцебскай вобласці Александрам Суботіным глядзіце заўтра у 20:30 на тэлеканале «Беларусь-4 Віцебск». У праграме «Прынцып праўды» падрабязна раскажам пра тое, як Віцебшчына рыхтуецца да 11-га форуму рэгіёну Беларусі і Расіі. Каб Віцебск сустракаў гасцей чыстым і прыгожым, 22 чэрвеня ў абласным цэнтры пройдзе гарадскі суботнік. Працоўная акцыя запланавана напярэдадні знакавых святочных мерапрыемстваў. Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі, 1050-годдзя горада, міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Падрыхтоўка да шэрагу важных падзей зараз у самай актыўнай фазе. Падчас суботніка ўнесці свой уклад у добраўпарадкаванне роднага горада можа кожны віцяблянін. Целью субботника является наведение надлежащего порядка на территории города Витебска с акцентом на локации и объекты проведения форума регионов. Трудовыми коллективами предприятий различных форм собственности, учебных заведений, воинских частей порядок будет наводиться на собственных и прилегающих территориях. Также в субботнике примут участие молодежные и общественные организации. Призываем горожан не оставаться в стороне и принять участие в субботнике, так как чистый город – это дело каждого из нас. Сабраныя падчас суботніка грашовыя сродкі будуць выкарыстаны на рамонт гісторыка-культурных каштоўнасцяў і мемарыялаў, добраўпарадкаванне і азелянення горада, умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы сацыяльных аб'ектаў, развіццё культурнага і турыстычнага патэнцыялу паўночнай сталіцы. Якасны рамонт дарог і маставых збудаванняў, а таксама стварэнне неабходнай інфраструктуры для камфорту і зручнасці ўдзельнікаў дарожнага руху. Сёлета ў Віцебскай вобласці запланаваны рамонт 570 кіламетраў мясцовых дарог, а таксама 12 мастоў і маставых збудаванняў. Пра гэта стала вядома падчас прэс-канферэнцыі, якая прайшла ў медыяцэнтры Віцебскай вобласці. Дарэчы, фінансаванне работ па рамонце і ўтрыманні мясцовых аўтамабільных дарог на 2020
2024 год предугледжена у 2,5 разы большим, чем летось. Стану дорожной сетки надается великая увага с боку президента Беларуси, урада и керавництва в области. Якость работ повинна быть на высоком узровне. Это тычется не только асфальтобетонного покрытия, а и инфраструктуры, освятления, припыночных пунктов, места отпочинку и харчавання. Большой сейчас приоритет уделяется 46-й дороге, которая связывает непосредственно с Минск и границей Российской Федерации, так как и необходимо большое количество грузов перевозить. Реконструкция этой дороги идет, и капитальный ремонт. Идут работы не только по непосредственному ремонту и восстановлению дорожного покрытия, а и всей сопутствующей инфраструктуры. За счет стройки и капитального ремонта практически под сотню километров будем вводить практически новых дорог. Кроме того, текущим ремонтом мы выполним порядка 250 километров. 250 километров, но это не просто так мы сделали ремонт. Это практически, как минимум на 200 километрах будет лежать новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, сегодня действительно качественные характеристики, в том числе и асфальтобетона, который мы кладем, они действительно обновлены и сегодня имеют определенную часть и новизны. Вот на участке выезда с Витебска по Р-20 дороге, это в рамках, в том числе, подготовки к 11-му форуму региону, мы укладываем практически на протяжении почти 7 километров первой категории, то есть 4 полосы движения, укладываем на всем объеме щебнемастичные асфальтобетоны. Свой уклад у поляпшэння стану дорог робят сами аўтаўладальнікі. Для эфектыўнага и оперативного взаимодействия с насельніцтвам Дзяржаўтаінспекцыя запустила чат-бот у одним из мессенджеров. Магчымасцю поведомить про недохопы дорожной сетки и унести свои пропановы уже скарысталіся каля 700 человек. Это сведчыць не только про зацікаўленасць самих жыхароў, а и дозволяя оперативно координовать деятельность дорожных служб у Витебской области. Будынак былой поликлиники на улице Гагарина у Витебску продадены на электронных торгах. Его площади было недостатково для приема 23 тысяч жыхароў Витебска, тому поликлиника переехала у обновленный трехповерховый будынок на улице Коммунистичной. Объект на Гагарина упершиню выставлялся на торги без снижения цены. За 250 тысяч рублей его набыл индивидуальный предпринимальник из Витебска, який был одним удельником аукциону. После реконструкции тут магчыма размещение шматкватерной забудовы, объекта громадского призначения альбо открытие экологично чистой вытворчасти. Сумма полученных денежных средств от продажи неиспользуемого государственного имущества в этом году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 5 месяцев этого года комитетом проведено 49 результативных аукционов на сумму 908 тысяч рублей. Наиболее востребованы объекты, предлагаемые за базовую величину. Таких было 37 результативных аукционов. Наибольшее количество объектов недвижимости было продано в Толочинском, Верхнедвинском и Витебских регионах. До конца червеня комитет Дзяржмаёмасці Витебскага аблвыканкама выставил на торги свыше 60 объектов, которые не выкарыстоўваюцца. З новых можно отзначить навучальный корпус Лепельского державного аграрно-технического колледжа. Будинок пустует с 2022 года и находится в добром техничном стане. Частка площади зараз арандуется. Это самый буйный объект нерухомости, пропонованный до продажу у червені. Его агульная площадь складает больше за 9000 квадратных метров. Оперативники управления по борьбе с экономичными злочинствами раскрыли злочинную схему сбогачения головного бухгалтера одной из коммерцийных структур Витебской области. Установлено, что, выкористовывающе службовое становище, она уносила у платежные доручения недокладные известки про выплату зарплаты супрацовникам. Урон, нанесенный предприемству, склал десятки тысяч рублей. В поле зрения оперативников по борьбе с экономическими преступлениями Витебщины попала сотрудница производственного предприятия Витебской области. 33-летняя главный бухгалтер совершила хищение денежных средств в особо крупном размере. Пользуясь своим положением, женщина вносила в платежные поручения недостоверные сведения о выплате заработной платы работникам, а денежные средства перечисляла на личный карт-счет. За счет предприятия приобретала топливные продукты и товарно-материальные ценности, которые в последующем использовала для своих личных нужд.
Ущерб, причиненный предприятию, составил более 56 тысяч рублей. Следшими узбуджена криминальная справа за крадеж шляхом злоуживания службовыми полномоцтвами. Санкция артикула предугледжвае до 12 годов позбавления воли. Тем часом у рамках республиканского фестиваля дитячей миротворчести у города над Звиной запустили трамвай миру и сгоды. Это совместная акция Витебского областного отделения Белорусского фонда миру и предприемства Витебская облаутотранс. У первый рейс трамвай отправил наместник старшини облвыканкама Вячеслав Дурнов, а так само представники громадских объединений и организаций. Транспорт с логотипами Белорусского фонда миру и рекламы его проекта будет курсировать по всем городе на разных маршрутах. Пассажирами оригинального трамвая смогут стать жыхары всех микрорайонов областного центра. Идея интересная, идея новая. Наше транспортное предприятие пошло на это с удовольствием, потому что это действительно привлекает внимание всегда. Ну а сегодня дети проедут по Витебску. Я думаю, что будет интересно и полезно, и главное, очень важно для нашего молодого поколения. Называется «Трамвай мира и согласия», как подарок нашему городу к его 1050-летию и в рамках того, что скоро идет и день освобождения нашего Витебска. И мы с радостью его отправляем в путь, что пусть он на добрые дела служит нашим людям. Фестиваль дитячей миротворчести у нашей краине проводится уже третий раз. Сёлета каля сотни удельников из усёй Беларуси прымая паўночный регион. Подчас урачистых и открытия форуму лепшие авторы и пераможцы региональных этапов конкурсу презентуют свои миротворчие проекты. Темы, якія атрымалі адлюстраванне у работах школьников и гимназистов, грамадзянска-патриотичное выхаванне, мир и згода в грамадстве, экология и развитие интернет-просторы. Мы реализовали социально значимый проект под названием «Дети детям дорогу и добра». Мы помогали детям-инвалидам, которые лишены каких-либо возможностей. Мы подарили им противопролежневые системы для деток-инвалидов и мягкие игрушки. Наш проект называется «Мир в семье, мир на земле». Он направлен на то, что мир должен быть не только на всей земле, но также в семье, так как если будет мирная семья, то будет мирное государство. У нас есть много различных направлений в данном проекте, такие как память, сохранение традиций. И по результатам совместной работы с родителями была создана генетическая книга, называется «Герой моей семьи», где учащиеся гимназии, они собрали информацию о более 70 семей наших гимназистов, про наших дедов, прадедов. Для удельников республиканского фестиваля дитячей миротворчести подрыхтовали шмат мероприемств. Яны усклали кветки до мемориального комплекса у гонор советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины. Школьников так само чакают экскурсии по памятных мястинах региона, вечер знакомства у партизанские вогнища и разностайные квесты. Витебск збирая сябров. С 21 по 26 червеня на аэродроме Витебского аэроклуба пройдет 5-й открытый чемпионат Республики Беларусь по парашютным спорте ветеранов-парашютистов и ветеранов боевых деяний. На его сберутся каля 200 профессийных спортсменов из разных регионов нашей краины, России и Казахстана. Узрост удельников от 40 до 80 годов. Подробязности проведения традиционного чемпионата стали ведомые подчас пресс-конференции, якая прайшла ў медыяцэнтры Віцебскай вобласці. Як падкрэслілі арганізатары, спартыўны форум – гэта не толькі складаныя парашютныя дысцыпліны, а і мноства цікавых культурных мерапрыемстваў, канцэртаў і экскурсій. З кожным годам праграма чэмпіянату становіцца ўсё больш маштабнай. Общае количество номінацій, в которых будут представлены наши ветераны, это 16 номинаций. Конечно, много. Что-то было придумано нами. Например, соревнования бабушек и дедушек, в которых имеют право выступать только самые привилегированные. Это те, кто имеет внуков и внучек. Соревнования по ветеранскому многоборью, где мы прыгаем, стреляем, бегаем на лыжах летом. Но основные соревнования это будут проходить для того, чтобы выявить победителя в парашютной дисциплине точность приземления, где с высоты 1000 метров каждый спортсмен будет стремиться попасть в электронный датчик, в центре которого находится мишень 2 сантиметра.
Финал чемпионату отбудется на площади Тысячагоддзя у Витебску подчас святкавання Дня города 26 червеня. Дарэчы, галоўная идея адзінага у своем роде спаборніцтва – активизация ветеранского руху и популяризация видовищного виду спорту – парашютного сярод насельніцтва. У городе над Дзвіной стартовало открытое першинство Витебской области по теннисе у программе Олимпийских дзён молоди и областный турнир памяти героя Советского Союза Марата Казея. Спаборництвы мают долгую историю и завсёды корыстаются повышенной увагой сбоку белорусских спортсменов. Сёлета у Витебску лидерство спрэчваюць больше за 60 теннисистов. Яны представляют Минск, Могилёв, Оршу, Гродно и областный центр. Конкуренцию белорусам складают спортсмены с Калининграда. Ленинграда Российской Федерации. Для айчынных атлетов гэты старт з'яўляецца одним из этапов падрыхтоўкі до республиканских спаборніцтваў. Пришла я на теннис 6 лет. Мне очень понравилось, и я решила выбрать этот вид спорта. И занимаюсь я 6-й год. Я много тренировалась, усердно работала на тренировках и набрала хорошую форму. Мы давным-давно очень часто приезжали сюда, и нам все очень нравилось. Вот. И теперь решили возобновить эту традицию. Этот турнир, он очень популярный, и раньше и мы рвались сюда. Как-то у нас не получалось до этого, но вот сегодня вот в этот раз решили и собрались. Мы готовимся к Олимпийским дням молодежи Республики Беларусь. Честь Витебской области будет защищать команда от Витебской области. Команду мы будем определять по итогам этих соревнований. Те дети, которые займут первое, второе, третье место, и это и есть отбор на эти соревнования. Они будут представлять наш город, и я надеюсь, что у нас будет хороший результат с ними. Областный турнир по теннису памяти героя Советского Союза Марата Казея будет проходить у Витебску на протягу тыдня. Имены призеров и пераможцев станут вядомыя у субботу 15 червеня. Олимпийские дни молоди Республики Беларусь сёлета запланавана провести у Минску с 1 по 7 липеня. Першими доведаться про важные и цікавые подеи из життя региона, убачить, где сегодня працуют наши корреспонденты, поглядеть новины еще до выхода в эфир. Все это реально. Телеграм-канал «Беларусь-4 Витебск». Подписывайтесь, как не пропустить самое цікавое. И на этом выпуск новин завершен. Я с вами развитываюся. До встречи. У ближайшие сутки по области чекается переменная облачность, переважно без опадков, ночью и раницей местами слабый туман. Ветер полночно-заходний 4-9 метров за секунду. Температура по ветру ночи от 10 до 15 градусов тепла. Днем плюс 19, плюс 24. У Витебску переменная облачность без истотных опадков. Ветер полночно-заходний 4-9 метров за секунду. Температура по ветру ночью 13-15 градусов со знаком плюс. Днем от 22 до 24 градусов тепла.